Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я буду мариновать помидору. Этот рецепт покорил всю мою большую семью. Для этого рецепта не нужна никакая приправа, друзья. Никакая. Помидоры на вкус получаются не просто вкусными, а изумительно вкусными. Помыла я помидоры. Тут у меня и вот такие есть удлиненные пальчиковые, и вот такие, и маленькие. В общем, все помидоры сладкие, вкусные. Я их помыла хорошо, теперь мне надо их проткнуть вот так. Я беру зубочистку, и вот здесь вот я протыкаю в 3-4 местах, можно в одном месте вот маленький. В общем, все помидоры, друзья, протыкаю. Теперь я буду собирать банки. Банки у меня сегодня 1,5-литровые, простерилизованные в духовке. Так. Все, собираю помидоры. Вот в одну банку, где вот одинаковые, вот такие покрупнее. В следующую банку вот таких размеров. В общем, все банки собираю без ничего, друзья. Без ничего. Вот так набираю, кидаю. И вот так, чтобы хорошо уложилось, я вот так вот трясу, чтобы каждый помидор нашел свое место. В общем, вот так. И до конца вот так собираю, друзья. Так. Вода у меня закипела. Теперь я заливаю кипятком. Вот так сначала понемногу, на всякий случай, чтобы не треснули банки. И вот так заполняю каждую банку кипятком. Все банки я залила кипятком и оставляю на 15 минут, чтобы банки, помидоры у нас все прогрелось. Прошло 15 минут, теперь эту воду буду выливать в кастрюлю. Чтобы узнать, сколько у вас там получается литров воды, я вот так делаю. Беру банку, у меня сейчас 1,5-литровая, и прям выливаю банку. Вот так. Так, и вторую. Из двух банок 1,5-литровых получается 1,5 литра воды. Так, друзья, по моим подсчетам, мне надо 6 литров воды. Вот у меня чуть-чуть не хватало, это я как замерила, у меня получилось 150 миллилитров. Это смотря сколько, вот как уложите вы помидору. В общем, выливайте с банок в банку и узнайте, сколько у вас литров получается воды. Маринада. Так, закрываю пока. Тут у меня 6 литров воды. Я вылила прям с банок сюда. Можно вскипятить новую воду. Разницы никакой. На 1 литр воды надо нам 1 столовую ложку соли. Одну. На 1 литр. А у меня здесь 6 литров. Знаете, я кладу сюда 6 столовой ложки соли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кладем теперь сахар, песок. На 1 литр воды я кладу 4 столовые ложки соли. 4. Так. Раз, два, три, 4. Так как у меня здесь 6 литров воды, 6 и 4, 24. 4 положила, еще 20 столовой ложки кладу сахара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать. Все. Все положила у вас на виду, друзья. Теперь я этот маринад отправлю кипятить, варить. Как у меня закипит, минуты 3 я буду выливать помидоры. Вы скажете, где здесь приправа? Эти помидоры я готовлю. Закрываю, мариную второй год. Мы влюбились в этот рецепт, друзья. Мы первыми съели вот эти банки без приправы. Помидоры получаются обалденно вкусные. Это нужно попробовать, друзья. Только попробовать. Вот. Не подумайте, что это компот. Это не компот. Очень вкусные помидоры. Так, ставлю кипятить воду и буду заливать помидоры. Друзья, готовлю уксус. На 1 литр воды я беру 4 столовые ложки уксуса. У меня 6 литров воды. Знаете, я готовлю 2-4 столовые ложки уксуса. Так, друзья, вот такой стакан уксуса отправляю я маринад. Как только маринад закипит, я выливаю и кипячу еще 1 минуту. Маринад у меня закипел, и выливаю я сюда уксус. 24 столовые ложки. Так вот. 1 минута покипит и выключаю. Все, друзья, заливаю.
Я ей закатываю банки с помидорами. Так, друзья, вот притащила я банки сюда. Все, в общем, это очень вкусные помидоры. Советую вам приготовить. Они обалденно вкусные. Вы сразу сидите. Вот, посмотрите. Сейчас закрываю их до полного остывания покрывала. И все на этом. Помидоры у меня остыли. Перевернула я их обратно и намариновала еще вторую партию. Если такой рецепт вам понравился, ставьте мне лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!